Итак, всем привет, с вами Дос Сквоз, это Адовый Отстой, новый эпизод. И сегодня у нас в рубрике Зомбизиц. Продолжаем рассматривать лучшие образцы игр, продающихся в Стиме. Потому что Steam лучшая дистрибьюция на свете, только хорошие игры, только качественный контент и прочее. Начнем с того, что в игре ни хрена не топ-сейн, запускается все это 800 на 600, запись вообще показывает, что окошко 640 на 480, и ничего никак не изменить, там кроме ярлыка, блин, вообще ни черта нет, стоит это чудо 30-ак, вот, 30 рублей, все, покупайте игру, да. Погнали, короче. Это просто, знаете, начнем с того, что, как бы, это лучший представитель, наверное, зомби-экшен, зомби-шутеров. Left 4 Dead, Dying Light, Dead Island 2. Забудьте про все это, потому что тут есть какие-то бабушки, это даже не зомби. Почему зомби, я не знаю. Но вот это хотя бы синяя кожа. Господи, как по ушам-то давит, а? Не убивай меня. Да погоди, у меня руки мокрые все, я взволнован этим шедевром настолько, что... У меня вспотели ладошки, и я вплотную не могу попасть. Почему я вообще синий? Ну, наверное, потому что разработчик был синим, когда, блин, создавал эту игру. Game over. Господи. Это патроны, кстати говоря, да. А это деревья, кстати говоря, да. Нафиг тени. Вообще, как вы видите, графика поражает, геймплей поражает. Кстати, идти назад и стрелять я не могу, потому что он идет просто в ту сторону, куда я нажимаю. Если я нажимаю V, он идет вверх. Если я нажимаю S, он идет вниз. Я проиграл. Это супер хардкор. Боши как бы отсасывает. Хотя Боши тот еще отстой. Между нами. Так, если по секрету говорить, Боши тот еще отстой. У меня уже очки в минус 260 ушли. Какое звуковое сопровождение? Я думаю, что меня забанят за пение птичек в лесу, так же, как это сделали на роликах со Спинтерсом, да. Сняли монетизацию. Тут, кстати, есть какой-то лодинг. Может, лодинг нажать? Посмотреть, что будет. Игра. Ну, играю. Ну, не хочет игра, чтобы я в нее играл. Ну, бывает. Это норма. Ну, как бы она не вылетит. Ну, как... то есть... Ну, просто игры не хотят, чтобы в них играл Доскос, поэтому... Ну, игры-то нормальные, они не вылетают. Просто, как бы, реакция на меня. Ну, это норма. Это не значит, что игра как-то плохо сделана. Вы видите, что это шедевр, невооруженным глазом сразу же понятно. В принципе. Потому что такого уровня геймплея я еще, честно говоря, не видел. Это 100% блокбастер. Батла сосет. У нас есть Калашников, это главное. У нас есть синий полисмен. Ну, условно говоря, полисмен. У нас есть невозможность стрейфа зомби, потому что, ну, как бы спиной идти вперед и стрелять по гоняющимся за тобой зомбакам, это невозможно. То есть это полный хардкор. Такого еще не было. По-моему, карта здесь, блин, бесконечная. Может, просто попытаться уйти куда-нибудь, а? Потому что я так никого не замочу, я чувствую. Да, станьте зомби, я должен пройти эту игру. Я просто должен пройти эту игру. Может, как-то все-таки можно? Evacuation zone. Я сказал, эвакуационная зона. Куда ты меня пытаешься убить? Алло, это нечестно. Алло. Да эвакуируйте меня, черт возьми. Скоты. Что я вообще должен здесь сделать? Если даже в эвакуационной зоне меня не эвакуируют. Ну, аптечка. Ну, что так молод, а? Да господи, клятые зомбаки. Он даже не умирает от очереди из калаша. Какое напряжение. Какое напряжение. Нет, гениально, гениально. Решение невозможность стрейфить. Это реально... Так бы игра была легкой, согласитесь. Игра была бы легкой. Так, кстати, кровь не из зомбаков, а из моих вен, потому что
Game Over. Я потому что перед началом записи я сразу что это шедевр. Как бы и порезал себе вены. Я просто понял, что ничего никогда гениальнее не создам. И понял, что мое существование бессмысленно на этой планете, поэтому я сразу же перерезал себе вены, и вся кровь, которую вы видите, она просто льется фонтаном из моих артерий и заливает все в игре. Вот именно вот так. Ну что ж ты такой жирный-то? Он, смотрите, он, главное, не может пройти через листву. С листва над ним, как бы, да? Но он не может пройти через листву, потому что он... Дядя Степа это, ну, 2.5 метра. Ну, плечами задевает. Задевает листву плечами. Вот, видите, просто ну, невозможно, нельзя. Ну, это как бы, ну, в реальном мире так же. Если вы со мной не согласны, значит, вы просто не выходили на улицу и все. Значит, вы просто задрот, который никогда не выходил на улицу. Если вы думаете, что в реальном мире не так же. Я уже начинаю набирать скилл, смотрите. Ну, не очки, кстати говоря, потому что у меня уже 4 минус 430. Я думаю, главная задача в этой игре набрать минус 666. Посмотреть, что будет. Да хорош уже. Я думаю, если минус 666 набрать, то к вам явится дьявол и спросит, что вы хотите. На халяву вообще, без всяких там договоров, дурацких, подписанных кровью. Если нажать лоудинг. Но после нажатия непонятно, работает кнопка или не работает, потому что как бы игра думает. Никакой анимации нажатия здесь нету. Кстати, как вы видите, здесь несколько уровней. На ролике тоже я видел несколько уровней. Там еще какая-то лаборатория, блин. Лоудинг нет, да? Да, New Game, блин. О, кстати. Тут меню прям на карте. Отпечаталось. Просто меню отпечаталось на карте. Вот это... Вы видели где-нибудь такие баги божественные? Гениальная игра просто. Просто гениальная игра. Да хорош уже меня жрать, я хочу просто добраться до зоны эвакуации. Я все-таки попытаюсь пройти первый уровень, потому что меня интригует развитие событий, сюжет в этой игре, потрясающие диалоги, проработка персонажей и геймдизайн. Ну, геймдизайн здесь видим тоже уже потрясающий, как бы, особенно курсор, блин, на пол экрана, потому что разрешение, судя по всему, все-таки 640 на 480, не 800 на 600, потому что, ну, как бы... 800 на 600 поменьше курсор. Ну почему бабушки-то меня атакуют, блин? Что это за рыжие бабушки из 5-го подъезда? Наркоман. Проститут. Надо его замочить вместе с зомбями. Видимо, поэтому они пытаются меня замочить. Ну, ребят, ну куда такой паровоз-то? Я только хотел эвакуироваться, а? А вы не хотите эвакуироваться, нет? Да отстаньте просто от меня. У вас своя жизнь, у меня своя жизнь. Они со всех сторон лезут. Отвалите, господи, они со всей карты, по-моему, прутся. Ну, давайте, ребят, просто отвалите от меня. Я не пройду здесь даже первого, блин, уровня. Это, по-моему, невозможная задача. Начинаю куда-нибудь отступать, и как бы меня новые зомби уже настигают. Тут опять отпечаталось меню на экране. Да, просто жесть какая-то. Прицелиться здесь еще даже вплотную хрен попадешь. О да, ребята. Ну куда ж так много-то вас, а? Я же один, не все сразу. Может аптечку кто-нибудь? Нет, ладно. Ну. Хотели челлендж? Вот вам челлендж. Покупайте эту игру и наслаждайтесь хардкором. Потому что это реально действительно хардкор. Может, надо как-нибудь какую-нибудь кнопку зажать, чтобы он реально... Эй, я звук отключил. Музон имеется в виду. Ну, как музон? Ну, вы поняли. Здесь можно оружие переключать, точнее, режим переключать. Точно, вот так я и замочу всех зомби, смотрите. Так, у меня теперь есть план.
Вот так, вот так вот. Так, теперь эта игра не такая хардкорная, какой была раньше. Я нахожу пути решения в этой игре, понимаете? Я уже заинтересован в ее прохождении. Ну, потому что это действительно гениальная игра. Я думаю, стоит потратить на нее время, деньги и заморочиться над ее прохождением. Говна не посоветую, вы же знаете. Когда я советовал говно? Да никогда. Ни разу вообще в жизни. Я же не братишка, который покушать принес, блин. Я полицейский в синей форме с калашниковым. Это, видимо, украинский полицейский, ну, потому что калашников. В кого еще может? У каких полицейских еще может быть калашников? Вот, отбивающийся от русских зомби-ватников. Судя по всему, это так. Видите, видите, зомби-ватники просто прут. Скорее всего, я Кличко, да. Ну, это же гениальная игра про Кличко и зомби-ватников. Куда Кличко в калашниках, но, видимо... Я даже не знаю, не знаю, откуда, знать не хочу. Видимо, у Януковича спер из дома вместе с золотым батоном. Кстати, когда у меня задонатится на платиновый батон, я уже устал ждать непонятно чего. Слушайте, я уже начинаю мочить. Как только я назвал своего персонажа Кличко, сразу же как-то повеселее, как-то, знаете, пошла жара. Смерть зомби. Все просто. Все зомбированное население России умрет. Вот так вот, вот так вот. Останутся только трезвомыслящие. Вроде Кличко, да. Скотина. Мне еще так нравится дизайн надписи. Это просто потеки крови такие, что... И лужи крови, главное. Вот самое интересное, лужи крови. Это просто размазанный Пэкман. Его просто КамАЗ передавил. Крас, не КАЗ, не КамАЗ. Надо выбирать раз всего правильные грузовики, надо давить на кразе. Ну давай. Ну давай, я пусть сделаю всю эту игру к чертям собачьим. Я сильнее, чем зомбированное население России, все. Вот так вот. Слава Украине, вот так вот, да. Бабка, ты тоже умрешь. Ты смотришь Киселева, ты умрешь. Давай, героям слава, все. Так хорош желчью-то пулять. Вы это в России едите, да? Вам Крым блокировали, вы теперь жижей такой питаетесь со дна Черного моря, которое, кстати, украинцы вырыли своим трудом. Нельзя оттуда жижу брать, она украинская. Ладно. Украинцы благородный народ, поэтому... Особенно Кличко благороден, поэтому можете брать жижу, но немного. Ну, плевать-то в меня жижи со дна Черного моря не надо, правильно? Я нашел имбовое место! Ну, слушайте. Ну что, эвакуация это будет или... Последний ватник остался, он меня сейчас замочит, судя по всему. Что нажимать-то? Интер не работает, ничего не работает. Ну, пожалуйста, я хочу эвакуироваться. Телепорт в Киев, ну. Верховную Раду, где? Что я нажал? Что я нажал-то? А, наверное, кнопку движения нажал. Тут где-то еще кнопки управления, я не понимаю, где. Я же не нажимаю ВСД, а он что-то дергается. Нервничает Кличко. А, не, нажимаю. Какой гребаный кошмар. Я, видимо, должен всех зомбарей замочить все-таки. Ну тогда мне не жить. Потому что у меня даже патронов-то нет. Чего уж говорить про здоровье-то. Эх, Кличко потратил все здоровье. Ну, лоудинг, ну пожалуйста. Я так старался. После 15 минут в этой игре все уже просто. Просто уже все. Можно ложиться в хоспис. Потому что я неизлечим больной. Я неизлечимо болен. И на голову, и на все остальное. Да что ты диагонально-то идешь? Развернись, дурында.
Как же бы тебе попасть-то, а? А теперь я могу ходить спиной. Если у границы экран, то я могу ходить... Нет, не могу ходить спиной. Что там было за лаговое место, или как-то я... Во! Во-во-во-во-во-во-во! По границе экрана можно... Я поломаю к хренам эту игру. Я просто поломаю к чертям эту игру. И найду способ просто убить всех. Пока убили только меня. Давайте еще пару попыток, я закончу. Все, я уже не могу. Да, игра слишком требовательная для моего компа, и поэтому начала выдавать один кадр, но я думаю, что вполне справедливо. Не... Говно... Говно покупать за 100 тысяч, которое не тянет такие шедевры. Да что? Что это? Алло? Алло? Не, я, по-моему, поломал все-таки игру. Пошли вон! Вот так вот. Салам захотелось, а? Да мы его не заберетесь. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Точно, точно. Если наберете минус 666 очков, то вам дадут украинское гражданство. Вот что вам дадут. Сам дьявол вам даст. Да что ж он сожрал-то все здоровье-то? В одиночку просто, синяк. Алкоголик из Москвы. Ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь? За что ты меня покусал-то? Безумец. Не, ребят, все, я не могу, хрена все это. Я же даже не вытягиваю свой мозг в какое-то нормальное состояние рассуждения, даже придумываю всякие нелепые украинские аналогии. Все, короче, если я поиграю вот еще минуту, то впаду в кому, так что все. Зомби-зиц. А, зоец. Зомби-зоец, а не зиц. Так кому это нахер важно? Покупайте 30 рублей, а лучше на платиновый батон мне копите. То как-то это. Вы себя не хорошо, некрасиво ведете. Нормально же сидели, чего вы начинаете? Все. Да. Иначе я через час закрою канал. Все. Давайте, скидывайте мне свои деньги. Я уеду в Украину и стану президентом общественного туалета. Все. Пока. Я больше не могу. Нахер я эту вообще рубрику сделал, а?